Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего YouTube-канала, с вами Артём, и мы начинаем прохождение игры Assassin's Creed Origins. Давно хотел скачать, очень давно, еще в те дни, как только он вышел, хотел купить, но слегка разочаровался тем, что за 2 недели до выхода игры уже увидел полное прохождение. На английском, естественно, потому что сначала игры разработчиков выходят в их странах, а потом релиз уже идет к нам. Поэтому это вот маленький такой облом. Ладно, начнем. Сейчас я быстренько все настрою и продолжим. Так, я все настроил и начнем. Так, игра, возвращение. Это что, игра? Возвращение на родину. Время в игре 2 минуты? Давайте удалим. Я, наверное, уже поиграл как-то. А, ну да, я очень-очень где-то месяц назад где-то играл. Ну, давайте на обычной сложности попробуем. Посмотрим, как, если что, я помню, вроде как, сложность можно повышать прямо в игре. Вроде, не помню точно. Ну ладно, если что, мы поменяем. Просто выйдем и поменяем сложность на высокую. Потому что здесь идет прокачка, здесь идет из каждого солдата и остального выпадают какие-то вещи, из монстров выпадают вещи. Вот, здесь куча всего. Оазис Сивы, 49-й год до нашей эры. Вот, тут и надо обыскивать всякие контейнеры, различные контейнеры, сосуды. Тут есть свой верблюд, на котором можно кататься. Тут у каждого оружия есть свой уровень прокачки, есть свой класс. Различные виды оружия. Просто здесь все, что вам надо. Ну, точнее, все, что надо мне. Не знаю, потому что у каждого свой вкус. Но вот эта игра меня прям радует очень сильно. Как и все остальные части Assassin's Creed, которые я прошел. Но вот это, я так понимаю, деревня ассасинов. Это единственная часть, ну, в которой как бы нет такой исторической точности. Потому что, ну, вот Assassin's Creed истории, потому что это древний Египет, да? Тут как бы Птолемей, фараон, вот. Тут как бы нет такой прям вот точной истории. А вот... Оу, что-то не так. А вот в остальных частях как раз-таки она есть. Там просто рассказывают... Так, год спустя... ломаная пирамида. Вот, там рассказывают о том, что... О разных свержениях королей и так далее. Просто, что там ассасины еще участвуют. Я Меджай без фараона. Видишь? Это же мое имя, на! Руджик Цапля. Придут и убьют. Во сне. Оу. Красавец. Я думаю, такие ножи нам тоже дадут. Я больше не сплю. Маску верну. В тенях. И я убью вас всех. Каждого, кто дышал воздухом Сивы в тот день. О, я так и знал. Я так и знал, что он ему масочку оденет. А тут, значит, разная система этого, не прокачки, а, ну, прокачка тут, само собой, парирование, во-во-во-во-во, и пад, страж Руджека. Вот с ним сейчас придется сражаться, нам сейчас будут объяснять, как, что. Так, второй уровень. Выбрать цель. Shift, чтобы заблокировать. Слабый удар. Так. Давай. В общем, здесь это стандартное, показывает нам, как сражаться.
Ё-моё, мы проваливаемся! Стоило с ним слегка смахнуться, и все. И мы уже внизу. А он живой, наверное. Такую тварь хрен убьешь. Да, смотрите. Живой. Щит снял с трупа. Ой, фу. Жесть. Руку ему отрубил, чтобы щит забрать. Здесь будет, ну, щит здесь вроде такой же, а только другие маленькие плюшки. Не думай, что тебе будет проще. Один а, значит, shift и один удар, это... Хватит сражаться. Я не хочу убивать тебя. Так, увернуться. Ну, что ж. Так, давай. Тут сейчас супер удар будет. Так. Shift F. О-о-о! Минус печеночка. Анубис ждет тебя. Так, булава. Шестой уровень. Не, нести мы его не хотим, а обыскать его никак нельзя? Нет? Так, все. Ну да, сделали здесь немножко. Так, как здесь с Орлином? Ага, это понятно. Так. Мне да, мне реально не выйти. Не уцепиться. А, удерживаю В, чтобы использовать способность. Так. Почему я так медленно иду? А, вот все. А, здесь. Стоп. Не уцепиться. Так. Как-то здесь надо... А! Ну, стоп, а подожди, а... Чё-то я не при... Стоп, подождите, а как? Нет, стоп, чё-то я... А как здесь бегать-то быстро? Ну-ка, чё за бред-то? Чё-то я в настройках не посмотрел. Так, управление... Так, прыжок, идти, нажать, переключить, удерживать. Идти, удерживать. Или переключить. Ладно, идти, нажать. Так, быстро щит, уклонение. Так, секунду. Так, в общем, продолжаем. Я тут что-то слегка полазил в настройках, нифига не нашел. Походу, это все, что он может. Куда лезут эти скоробей? Да, пролезть. Это все, что может он в смысле в беге. Да, и вот с прыжком, с орлиным зрением, скажем так. Тут же есть еще и орел. Так, один факел. Вот когда вот так нажимаете, то он, так, да, перелезает на альт, не на пробел. На альт также вскарабкиваться. К сожалению. Но не на пробел, нет. Хм. Ну, конечно, лучше бы сделали на пробел. На альт будет слегка неудобно. Но это я сейчас настроечки под себя сделаю. В принципе, тут... Никто не запрещал. Должно быть, этот храм построили много веков назад. Так, это мое. Так, вижу что-то. Что это такое? Три монетки. Прости меня, Омон. О, молоток ты нашли. Омон? А, ну да. Так. Нет, тут... О, вижу еще два, две какие-то фиговинки. Так, ё-моёшеньки, хрена себе здесь. Так, мы сейчас здесь все себе наберем, столько всего. Так. Один факел, да, достать, а то я ничего не вижу. Да, здесь куча монеток. Альт подняться. Так, взять. Забираем монетки. Так, С, стоп. Блин, слушайте, тут денег вагон. 200 монет только что подняли. Фига себе. Так, а тут больше ничего нет, что ли?
Блин, да, с освещением тут, ну-ка, стоп, подождите, настроечки, зайдем, яркости. Яркость, о, давайте увеличим яркость. А то вообще ни черта не видно, мне этот факел не помогает нифига. Так, где-то тут еще что-то было. А, во. Слушайте, ну вот, вы сами уже видите, вот начало уже интересное. Ну, да, ну это, естественно, показывает, как сражаться. Вон, мы какую-то шкуру получили. Я знаю, что здесь по прокачке прям все вообще шикарно с прокачкой. Все, теперь надо отсюда выход искать, потому что мы, походу, виноград нашли, ё-моё. Так, да, отсюда надо выход искать. Из этой пещерки. А, да, забыл, альт. Я уж лучше буду, не знаю, прыгать на альт, чем так вот. Так, стоп. Вон выход какой-то. Так. Ну давай. Нет, это понятно. Так, здесь. Удерживай, чтобы использовать способность импульс Анубиса для поиска скрытых объектов. А, стоп. Мне вроде по колонии. Или нет? Может, по колонии залезть надо? Я потому что что-то я, ну, я не смотрел прохождение на английском, так как я был сильно разочарован, что оно уже появилось. Еще за 2 недели до выхода. То есть я уже мог посмотреть полное прохождение за 2 недели до выхода игры. Естественно, меня это разочаровало. Опа! Железо нашли. И фиолетовым цветом. Так, стопэ. А мы здесь были только что. Твоя мать, что это? Ты что, стебёшь меня, что ли? Ну только что отсюда. Братан, нельзя же так. Давай-ка залазь наверх. Понятно. Ладно, вернемся на колонну. Жалко, что это вот он бегает и все. Больше он бегать не может. А на альт он не прыгает, он только вот вперед, может, вот так и все. Хм. Или нам направо, что ли? А, да, у нас тут факел же, прицел на правую кнопку мыши. Так, да, а, вот выход-то. Давай, 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 залазь, залазь. Да, потому что здесь мы еще не были точно. С спуститься. Все. Так, что у нас тут есть? Я хочу железо найти, потому что, смотрите, оно было фиолетовым цветом. О, молот какой-то еще нашли. Кузнечный, наверное. Вот, там еще, я видел, дополнение есть к Assassin's Creed. Там древние боги Египта, что ли, или как-то так оно называлось. Короче, нам вон сюда, вон туда, вон наверх надо залезть. Я так понимаю. Только вот как нам туда залезть? Так, стоп, может по вот этой колонне? Нет. Ну потому что здесь других выходов нету. Ну потому что я вот тупо не вижу, как куда дальше. Либо вот... А-а-а, все, все, все. Я заметил, как нам вылазить отсюда. Осталось только вылезти отсюда. Надо залезть по колонии и там пропрыгать вперед. Все. Все элементарное просто, ребят. Просто я слегка не заметил. Ну, потому что здесь слишком уж красивые пейзажи, чтобы замечать, куда идти, если честно. Да, главное не вон туда. Так, здесь надо пропрыгать. Все, мы выбрались. Е, чтобы сбросить факел. Ага, ясно. Так, давай. Залазь. Ох ты, ё-моё, по башке залазим аж. О, мачилова идет. Давай!
Я целюсь в одного, бью другого. Ах ты сволочь. Аллах Акбар. Минус. Сотка, всего 100 урона. Я видел там у этих ребят урон был... вот у парнишка, проходит, там урон у него был по 2,5, по 3 тысячи. Не то, что вот это. У тебя новые друзья. Ха. Они устроили засаду. Хорошо, что я пришел встретить тебя. Ха-ха. Как я рад. Ты отпустил бороду? Ха. Год не видели, друг мой. Ладно, господи, я его уже забыл. Сири все подчиняются. Солдат боятся их. Я убил человека в маске. Заплю. Еще четверо? Идем. Ты поди устал. Отдохнешь. Нет. Не могу. Сначала я выпущу кишки всем тварям в масках. Боги. Как же я скучал. Ха-ха. Так, значит... Мы вышли. Оазис. А Кью верблюд? Где мой верблюд? Вот ты где. Поехали. Тихо, тихо, тихо. Справляетесь без меня. Легко, блин. Радуйся. Еще 4 монетки. Так, посмотрим, может что-нибудь мы здесь пропустили? Да не. Ну просто вот я не могу теперь все пройти мимо вот в этой игре, мимо чего-нибудь. Ну, управление стандартное, как машинкой в любой игре. Ты ушел, люди хотели, чтобы я поддерживал порядок. Солдаты разбили здесь лагерь, целую. Ай-яй-яй! Круто! Офигеть! Ну вот смотрите, у них в Древнем Египте вот кое-что вот странное меня уже напрягает. Смотрите, у них храм в песке. Правильно? У них же, ну, тут рабы и все дела, но почему храм именно в песке? Они же должны ухаживать за всем этим. Это я понимаю, наше время, да, где мы тут храмы из-под песка откапываем. А тут у них, они их никто не откапывает, понимаете? Оу. Что случилось? А тут деревенька была. Опа, оружие 6 уровня. Да, конечно, нет смысла ждать, точно. Согласен с тобой. Тихо. Вот, сразу, ребят, 6 уровня оружия. Так, тихо. Я, обыщу тут сейчас все. Ну, вы сами видите, мне просто хочу денег. Просто хочу денег, не знаю, сильно ли она, они нам понадобятся в будущем. Так, тихо. О, булава. О, тихо. Да сейчас я приду, погоди 5 секунд. Да давай, да, идем, идем, идем. Дай мне полутаться-то, блин. Так, во, оазис. Так, это основное дополнение. А, это задание. Цели. Убить вот этих всех. Понятно. Снаряжение, вот что я хочу посмотреть. Лук, заблокировано. А, стрелы для... Ух, ё-моё. 37 секунд, 55 секунд. Вот этот возьмем. Дальний бой. Так, что у нас здесь по оружию? Во-первых, вот этот вот, 14 урона. Остальные тут все слабее. Хотя вот топорик есть, 15 урона. Не-не-не-не-не-не, меч, 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 меч. Дополнительного не... щитов у нас... Да вот это даже щит круче, чем остальные. Наручи. Нет, нет. Заблокировано. Первый уровень, 95 из 1000. Вот, смотрите, требуется... А, еще дерево требуется. Кожа требуется. Увеличить урон в дальнем бою. Костюмы, я так понимаю, можно выбрать себе. Вот этот, например. Вот в этом погоняем. А в верблюде? О, можно лошадь выбрать. Апоп. А, вот, апопа выберем. Все. О, я выгляжу как какой-то павлин, блин, если честно. Так, где мой верблюд-то?
Верблюд. У нас теперь лук есть. Погнали. Стрел только нету. Есть тут еще что-нибудь? А то может сейчас что-нибудь еще пропустим. Да не, вроде ничего нету. Так, и мы у города. Сива. 25 е топота. Открыта новая область. Сива. Ну, видите, да, первый уровень. Я у пацана был 50-й вроде как. Там были монстры 50 уровней и выше. Правильно, ты на них наезжаешь на своем верблюде. Так, ну то есть здесь дальше будет идти. И мы дальше будем открывать все оружие и все остальное. Но просто это топ. Вот здесь еще и система прокачки есть. То есть еще всякие бафы можно собирать. Погоди. Сейчас 5 секунд. Я посмотрю, что здесь у них есть. Походу ничего нету. Тут еще вон некоторые места со знаками вопроса. Да, до них добегаешь. Но это в общем области, которые можно открывать. Скорее всего... Карта? Да. Это начальная карта, ребят. Это начальная карта. Вы понимаете? Вот это вот все, вся карта. Вот это вот огромная просто территория. Я не знаю, сколько серий у нас идет, чтобы все это разведать и выполнить все задания. Ну, серии 50 точно будет, мне кажется. Хотя у нас есть верблюд, на котором мы типа можем ускоренно бегать. Так, стоп. Да. Но все равно столько, такая огроменная территория, которую нам надо разведать. А я ведь хочу, и в этой части мы будем разведать все, потому что, ну, древний Египет, это очень классно. Будущее, конечно, тоже хорошо, но древний Египет, я думаю, что это будет просто шикарно. Так, подкова какая-то. Швея, скорее всего, что-то модернизировать сможем. У них, ну, тут надо... ресурсы собирать. То есть здесь нельзя взять топорик и пойти рубить дерево, да? Я вам так скажу. Здесь нужно именно собирать из сундуков его. Так. Оставь верблюда, далеко он не уйдет. Стрелы. Ха! Огненные стрелы. Ха! Огненные стрелы. Офигенно! Я уже все, я уже счастлив. У меня есть огненные стрелы. Уйди отсюда! Так, я в доме. И что дальше? Что дальше-то? А, все, начинается заставочка. Отдыхай. У тебя был тяжелый день. Нет, отдых не для меня. А что у вас кирпичи валяются на полу? Солдаты снова. Опа, а вот и мать. Мать? Рабия. А, нет, не мать. Смотрите, как я выгляжу, как фараон, ё-моё, в этой броне. Офигеть. Не, я выгляжу классно в этой броне. Сколько же я вас лечила, защищала от старших. Все изменилось. Весь в кровище, все лицо в шрамах. О. Да я весь в золоте, если так посмотреть-то. Надеюсь, новые костюмчики откроются. Я просто хочу посмотреть, что еще дальше будет. Но это вот пока все топ. Пока что все топ. И стрелы огненные откуда-то. Ой, мне лук дают? А как стрелы менять? О, все, сразу пострелять дают. Легко.
огненные стрелы? Или как менять их? К нам кто-то бежит. Тебя ищут солдаты! Ну, идем, живо. Солдафоны. Проследи, чтобы никто не покинул дом живым. Ах ты собака! Давай, из лука. Нужно поговорить. Значит, ты главный, да? Тихо. Намарх Руджик убит. Возможно, виновен твой друг Меджай. Выходи. А, мы играем за Меджая. Очистить его имя. Ну? Устроим засаду. Так. Они найдут письма и сожгут мой дом. А меня казнят. Не бойся. Я с этим разберусь. Тихо. Три. Ну. Так, С, пригнуться. О, он идет в нашу сторону. Тихо. Так. Фига себе, даже такое есть. Так, минус еще один. А мы их вот просто бьем или убиваем прям? Вас единственное, что делают, это застают врасплох. А обыскивать ребят можно? Или с них ни черта не падает? Кстати, тут вещи есть. Ща. Ща вот это вот лутанем. Ага, все, поговорить. Готово. Спасибо. А чем мы их убили-то? Подлагнули мы слегка. Все уверенные мерзавцы. Все так. Пойдем наверх. Я расскажу об обязанностях Меджая Сивы. Пойдем. Так, стоп. Я хочу посмотреть, почему вот, когда мы одели лук, он у нас, во-первых, был огненный. Это раз. А, ну, огненными стрелами стрелял, это раз. А во-вторых, почему у нас обычный? Я знаю, что там можно прокачаться до 3 стрел. Вроде что-то такое вот есть. То есть ты не обладаешь божественной силой? Ха. Но наша главная беда — этот человек. Медунамон. Медунамон? Люди надеялись, что он все изменит. Яблоко Эдема, опять! Вскоре мы узнали правду. Это яблоко Эдема у него в руках. Я серьезно опасаюсь за твою семью, отец. Отправлю их в более безопасное место. Вот этот человек... Медунамон, Ибис. Да. Думаю, Бенипе поможет тебе. Бенипе? Может, Мал... Малыш Бенипе? Сену жива? Сена? Хм. Да, тут также можно орлом управлять. Сено, это ты? А, это орел Сена. Красавица. Рабия выходила ее. Спасибо ей. Людям нужна твоя помощь, Байб. Они готовы помочь тебе. Байб? Понимаю. Ага, хрена лысого. Серьезно? Какая красота, а? О-о-о.
Так, у нас есть ореол. 1000 ЕТ опыта, задание выполнено. Так. Одно очко способности. Так, урон здоровья увеличен. Ё-моёшеньки. Да, вот такая вот шкала. Так, снаряжение. Во-первых, какого хрена мне дали этот убогий лук, если у нас есть вот этот. Да. Дальше. Инструментов пока нету. Оружия пока нет нормального. Тут можно на кулаках драться, без оружия быть. Так, стоп. Да я знаю. О! Надо раздобыть кожу. Кожу надо раздобыть, да? А, стоп, подождите. Давайте посмотрим. Это что такое? Это знак Меджая. А, да. Предметы. А, железный молот. А, попробовать поднять... Вдруг бы сын Асгарда? А, вдруг вы сын Асгарда? Так. Виноград. Деревянный молоток. Рука. Бога. Что? Понятно. Так. Способности. Давайте способности повкачиваем. Так, что удерживаем Q, чтобы призвать транспорт. Но это стандарт, у нас все есть. Удерживаем, чтобы погрузиться в медитацию и ускорить ход времени. А вы восстанавливаете здоровье во время боя. Пассивка. Ну ладно, посмотрим. Опыт за быстрое убийство. Спасибо, вы получаете дополнительный опыт за совершение быстрого убийства. Так, вы получаете дополнительный опыт за убийство выстрелом в голову. И вы, стрела, выстрелив в ваш щит, попадание в меню предметов. Попадает в меню предметов. То есть, если мы сейчас щит активируем, в нас попадают, и мы получаем стрелу к себе. Быстрое убийство заберем себе. Да. Следующее пойдет вот это. А это что? А вы автоматически собираете добычу, совершив быстрое убийство. Вот это вот будет следующим. Да. Так, стоп, подождите, там еще... Магазин. А, ну магазин нам пока недоступен. Куплено? В смысле? Подождите-ка. Точно. Это дополнение. Это баф маленький. Маленький баф. Точно. Снаряжение. Так, секунду. Это маленький баф. Третий уровень нужен для вот этого меча. Точно, точно, точно. А вот для этого... А, да. Да. Щиты. Тоже, вот, да, два третьих уровня. ОЗ по 144 дают. У нас дают 126. И 13 качества. 13. Ну, тут... Это редкие щиты, ребят. Их можно потом продать будет. Да, также тут на верблюда вон одеяние есть новое. А, это на лошадь. Так, ну это все пока не надо. Снаряжение, а что мы не посмотрели? А, да, тут еще вот... вот это есть. Клык. 14. Возьмем клык, нет, это 15. А мы его пока не можем одеть все равно. Так, возьмем клык. А что у нас снаряжение? А, луки. А, во, 3 стрелы, смотрите. 15. Я не могу, мне просто распирает счастье. Так, Бэк должен походиться и избирать себе снаряжение получше. Так, давайте, во-первых, возьмем задание. Ага, подожди-ка. Взаимодействовать. Принять все. Забираем все задания. Родник в пещере Абанай. Дорогу я знаю. Надо заклинать. Теремон. Так, давайте кожей займемся сначала. Тихо. Во, швея. Купить. Ёперните. А, это костюмы. Не, костюмы мне не нужны, спасибо. Стоп, подожди, а что я тебе могу продать? Давай посмотрим, что я продать могу. Безделушки. То есть это безделушки, которые нам не нужны, а это материалы. Но материалы мы продавать, естественно, не будем. Так, еще задание. Давайте. Что случилось с твоей кузней? Кузнец, во. Все эти проклятые солдаты. Капитан Птолемея увидел, что я кую меч и обвинил в том, что я мятежник. Он был прав.
Кузнец. Да, крысы. Всей Сиве нужен кузнец. Даже мне. Я не смогу тебе помочь. Без молотка и клещей я как без рук. А еще этот капитан, а бог его забери, следит за мной. Разобраться с капитаном и инструменты надо добыть. На западе, лагерь Шеджа. Вот мы сейчас туда и пойдем. Вот туда мы сейчас и пойдем. Бенито сказал, что инструмент... Так, ага. А показывать приближение сыны вашей цели, ясно. Осталось найти капитана. Он тоже где-то в лагере. Толемей, сколько горя он всем нам принес. А плевать, разберемся со стражей, нам новый опыт нужен. Ой-ой-ой-ой-ой! Надо разобраться с лучниками. Тихо. С копьем теперь. Все. Готово. Так, что-то получили уровень 2. Кочевник. А, это копье было. Все. Так, куда нам бежать-то? Стоп, давайте по карте посмотрим. Это что? Ага. Старая застава. Надо прийти сюда с сеном. Так, Альт. Да я забываю все время. Ну давай, залазь. Перепрыгивай. Типа задание мне показывается, надеюсь, да? Убираю. Да давай, слазь. Тихо, тихо. Собака. Так, булаву получили. Как все хорошо идет. Что-то у меня эта прогрузка пока не идет нормально. Так. Вот. Так. О, мы получили предмет, инструменты. Дело сделано. Можно порадовать Беника. Погоди ты, порадовать Беника. Я хочу порадовать еще и себя. Мы в лагере, надо его зачистить. Тут же, смотри, деньги есть. А ты уже сваливать собрался. Так, тихо. Ой-ой-ой. Тихо. Что ты делаешь? Давай сюда. Ты, во-первых, горишь? Минус. Ха. Так, топорик. Качество фиговее, чем у меня. Ха. Так, ладно, давайте быстренько обыщем эти трупики. Тут вот просто еще что-то есть.
Так, вон там шкуры есть. Все. Пойдемте за шкурами сейчас бегаем. Где-то мы здесь одного еще вынесли. Все. Угу. Минус. Противника на карте не видно. Ну ладно, нам нужна шкура еще одна. Вот тут где-то бегает. В смысле, он нам сейчас только что помог, что ли? Так, о. Так, вон еще две. Ё-моё. Я слышу, где-то здесь змея. Ну, помимо вот этих сундуков двух, да? Тут еще где-то змея. Ладно, погнали. А, я забываю. Ага, сейчас. Собрались они прыгать. Я просто не знаю, сколько шкур нам надо. А вдруг нам понадобится еще больше. А мы вот мало наберем и потом придется бегать по 700 раз. Смысл бегать по 700 раз, да? Когда можно за раз все насобирать. Вот то задание выполнили, но ладно. Я просто задание какое-то выполнил, а какое непонятное. Вот там вот написано 74 метра, что мы его выполнили. Давайте до кузнеца сначала добежим. Ну, лук нужен помощнее, а то это какой-то слабоватенький. О, я что-то нашел. А? Вот и все. Что-то слегка подлагивает, видите? Ну, чуть-чуть так. Так, давайте отдадим инструменты. Привет, братан. Вот инструменты. А капитан сюда больше не придет. Наконец-то я открою лавку. Спасибо тебе. Да, нужно больше уровень и более мощный лук. Ха! А говорили, все унесли. Гады. Давай, выбирай. Осмотреть. Это что? Да, небольшая, но если нужно расколоть череп, поможет. Щит нет, возьмем лук. Щит сделан из бронзы и кожи. Надежный. Такс. Да. Уровень 4. Легкий лук. Смотрите, а он не показался почему-то. Нормально. Ну, да, какие-то лаги в этой... Тут есть. Зайдем в инвентарь. Так, охотничий трофей. 5 штук. Я уверен, что их можно продать. Да. Цели. А, вот ибис. Главная цель. Баран, стервятник и змея. Ясно. Задание нам добавили новеньких. Ну, мы их посмотрим. Так, по оружию. Вот дальний бой. Что у нас тут? Но у меня все равно лук-то покруче. Вот этот я бы взял. У него, конечно, 13, но... Он, конечно, топовый. У нас пока третьего уровня нету, поэтому толку. Ё-моё, фига себе. Дубина какая. Ну, можно топор взять. Исцеление при попадании.
Средняя скорость, мощный удар. Так, можно вот это сделать. Улучшение нагрудника. Дайте угадаю. А теперь, то есть, здесь как бы самой брони... Вот, во-первых, смотрите, кожа надо дофигища. А самой брони по факту нет, как я понимаю. То есть, чтобы здесь увеличить броню, вам надо ее прокачивать. То есть... Да, то есть вам нужно именно находить... Вот, степень прокачки брони. Вот, вся степень. Я так понимаю, она будет просто либо усиливаться, либо менять расцветку. Ну и, естественно, усиливаться. Все, мы выполнили сразу два задания. Третий левел. О, да, детка. Так, способности. Значит, следующая способность. Провидец. Мастер провидец. Чего? Так, увеличит урон от ваших инструментов на один. Гипноят, основные дротики, бомба, огонь. Способность можно получить несколько раз. Охотник. О. Тух. И тух. Минус 3. Так, вот. За тихие убийства я хочу забирать. 2? Я хочу, облом. Так, ну это не хочу тогда. Время мотать тоже пока не хочу. Я хочу 2 очка, чтобы прокачать пассивку. И воин еще. Да, вот надо прокачать пассивку. Ладно, давайте пока что мы на этом закончим. Так, ну, орел наш видит только то, что ему надо. Вон еще кожа бегает. Ладно, на этом мы пока что закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артем. Всем пока.